Приглашаем Рената Усатый! Примар Дебальц! Всем добрый вечер! Как настроение, друзья? Вы знаете, сегодня меня переполняют эмоции, потому что я вижу очень много молодежи. Я вижу вас, благодаря которым наша страна может продолжать не просто существовать, не просто жить, а может развиваться. Вы знаете прекрасно, что мой жизненный девиз очень простой – сила в правде. В вашем случае… В вашем случае, в случае студентов, пока девиз должен быть один – сила в знаниях. Потому что я хочу, чтобы мы вместе с вами остались дома. Я эмдорезден тот суфлитул, ка эмприуне суфачем лукрур фрумаса, лукрур буне, лукрур импортанте, шепентру урашул ностру, шепентру Република Молдова. Но и астас энкодата демонстрат ла туата цара, ка ла момент сентем ну дуар капитала динорт, дар фэры ка с нерушенем, птем с претинем с фимш капитала ди цара. Astăzi, când mai mulți au acuzat că ia că am băut să fac concerte de ziua studentului, eu am un mesaj pentru toți cei care ne critică. Я против того, когда проводят концерты в предвыборную кампанию. Но город Бельцы всегда собирал всю страну. Это Новый год, День города, День независимости. И теперь будет каждый год День студента. Потому что без студентов... Потому что без молодежи, без студентов мы не можем с вами и развивать страну, хотя ее в нашем случае приходится строить заново. Я говорил о том, что у меня будет очень добрый сюрприз сегодня для всей молодежи, помимо концерта. Это тот проект, который был подписан в прошлую пятницу. Это прорыв для всех бельчан, для Бельской мэрии. Это проект, который на прошлой неделе был подписан, который мы отработали вместе с нашими коллегами из примарии города Баташань, Румыния. Каса кунаска туата лумя, ка есть прима дата на история муниципалы Балц, кэнт. Noi am câștigat un proiect la care s-a muncit câțiva ani de toată echipa. Au fost o sumedenie de deplasări, au fost diferite comentarii critici, dar să știți că vinerea trecută Bălțu cu Botoșani împreună au câștigat primul proiect și anume pentru reparația la mai multe seli din liceul Mihai Eminescu, Parcul Central și anume pentru Bălți și Botoșani 1.600.000 de euro. Și cu acești bani noi vom renova Parcul Central, Pavajul în piață, sala la Mihai Eminescu. Я хочу поздравить город с этим прорывом, потому что это впервые, когда выигрывается проект 1.600.000 евро, который делится пополам между нашими партнерами. 800.000 евро уходит в Боташани и 800.000 евро остаются в Бельцах. Ремонт центрального парка, плитка на площади, 60.000 евро отдельно в лице Михая Минеску на актовый зал, чтобы он у вас был современный, такой, какой должен быть во всей стране.